Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardware Info. Я расскажу, как на устройстве POCO C65 включить режим разработчика. Чтобы на данном устройстве включить режим разработчика, нам будет нужно перейти в настройки, здесь же настройку перейти в телефоне в самом верху. Переходим, и все, что нам будет нужно, нажать 7 раз на версии MIUI для POCO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точнее, 8. После чего вы стали разработчиком. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.